Его поражало дивное звучание скрипок Страдивари. Но как воссоздать утерянный секрет их изготовления? И Виктор Иванович разгадывает эту вековую тайну. Сам становится скрипичных дел мастером. Однажды в 16 веке столяр, простой столяр, в Брешине, Гаспар де Сало, сделал скрипку. Вдруг ни с того ни с сего сделал скрипку. У скрипки не было полускрипки, четверти какой-нибудь скрипки. И, наконец, в процессе длительных трудов мастера создали конечный инструмент. Предшественников не было у скрипки. Нет, скрипка возникла сразу, в один день, в конкретных руках. Кто-то великий тогда знал тайну этой гармонии, геометрической гармонии, герметического построения. И эта величайшая тайна, вся тайна построения скрипок, была утеряна в конце 18 века. С конца 18 века, кто бы ни пытался создать скрипку, она не имеет итальянского тембра. Его никто не может повторить. А что такое итальянский тембр? Это не потому, что хочется, чтобы был итальянский некий тембр. Это максимальное приближение к человеческому голосу. Петрик сделал скрипку, достойную Страдивари, доказав, что великий мастер точно следовал божественной пропорции. Чертежи скрипки напоминают рисунки Леонардо. Не нам одним приходила в голову параллель с гением эпохи Возрождения. Скрипка – это некая гармония. Что ассоциативно дальше напрашивается? Что мы знаем о гармонии мировой? В чем она выражена? Она выражена пресловутым понятием «золотое сечение», которое Леонардо да Винчи называл «божественная пропорция». Во всем творчестве Леонардо да Винчи она везде. Как бьется наше сердце, свистнула диастола. Как работает наш мозг, альфа-гамма-ритм человеческого мозга, инварианты равны 0,618. Как устроена зависть в яблоке 0,618. Как устроен желток в яйце 0,618, как движутся планеты. Мы не можем это пояснить, поэтому это сегодня не научная категория золотого сечения. Число π научное, а 0,618 не научное. Мы понятия не имеем, что это такое. И тогда я подумал, что это здесь надо искать. Но это было несколько лет. Самое первое движение, когда я получил ширину верхнего овала, берете длину, умножаете один раз на 0,618, получаете нижнюю половину длины, поставили точку. Вот эту нижнюю половину умножаете на 0,618 и на 2, и вы всегда получаете ширину верхнего овала. Возьмите любую скрипку. Это и есть законченный чертеж совершенной скрипки. Именно по этому чертежу она и была построена. И тогда, конечно же, это было не просто озарение. Это было вот то самое сияние счастья, которое получает, та благодарность, которую получаем мы искатели. Тот момент соприкосновения с истиной, он дает вот это ощущение наивысшего счастья. Я знаю ее каждый звук. Я знаю каждое состояние этой скрипки. Я люблю ее. Весь мир, все сущее, есть универсум. Это понятие указывает прежде всего на универсальность законов, управляющих миром. От звуков скрипки до химических реакций.